Жилой комплекс «Новая Мурина» находится в восточной части поселка Мурина, которая начала осваиваться застройщиками раньше, чем западная. Реализацию своего масштабного проекта ЦДС начал еще 6 лет назад и на сегодняшний день уже почти завершил строительство. Этот жилой комплекс появился на рынке в начале 2010 года. На сегодняшний день 5 домов из 12 уже введены в эксплуатацию. Квартиры реализуются путем привлечения пайщиков в жилищно-строительный кооператив. В основном в составе комплекса высотные 27-этажные корпуса, но есть также и несколько 9-этажных. С верхних этажей открываются прекрасные виды как на город, так и на само Мурино и его окрестности. Явным преимуществом этого объекта является его соседство с частным сектором, в котором представлены в основном явно недешевые коттеджи. Это гарантия того, что в будущем здесь не появится других высоток, которые смогут испортить пейзаж. Социальная инфраструктура в Новом Мурино дело обстоит весьма неплохо. Собственно, первый детсад, отдельно стоящая трехэтажная собственная площадка, в Мурино был открыт именно здесь. Детский садик работает уже с 1 сентября 2014 года. Здесь возводится школа, рассчитанная на 700 воспитанников. Работа по строительству закончится в конце этого года, а с 1 сентября 2017 уже начнется процесс обучения. И второй детский садик, встроенный и занимающий первые два этажа четвертого корпуса, уже начал функционировать. Он рассчитан на 110 мест. В полном объеме заработает с 1 сентября этого года. До метро от жилого комплекса добираться порядка 15 минут пешком. Автомобилистам сложнее. Токсовское шоссе постоянно забито автотранспортом. Однако вскоре ситуация должна исправиться. ЦДС планирует построить выезд из комплекса на Муринскую дорогу. Оттуда легко можно будет попасть на Пискаревский проспект и КАТ. Квартиры в ЖК «Новая Мурина» в основном компактные. Студии, однушки и двушки. Они передаются пайщикам с отделкой под чистовую. Часть квартир с полной отделкой. Объект аккредитован несколькими банками, доступна и рассрочка. Стоимость квадратного метра начинается от 63 тысяч рублей.